Всем привет! Вы на канале Лепка Онлайн, и сегодня мы слепим желтую птицу из Angry Birds Чака. Мы возьмем коричневый, желтый, белый, бежевый — это для клювика, и черный для хвостика и хохолка. Также мы возьмем фольгу для туловища. Сомнем фольгу. Возьмем желтый цвет, разомнем его хорошо. Разминаем и делаем такую лепешечку, чтобы мы могли вовнутрь положить фольгу. Делаем лепешку и кладем сюда фольгу. Облепили фольгу пластилином со всех сторон, и теперь делаем туловище нашего Чака. И разглаживаем поверхность, чтобы она была более-менее гладкая. Теперь вырежем место под клювик, куда будет ставиться клювик. Также сделаем место под глазки. Место для хохолка. И для хвостика. Место для хвостика. Здесь будет хвостик. Все подготовили для деталей. Теперь делаем детали. Делаем брюшко. Берем белый пластилин. Разминаем. Разминаем в тонкий блинчик и приклеиваем снизу. Это будет брюшко. Тут много даже у меня получилось. Слишком этого пластилина, можно меньше. Вот эта белая часть, поэтому вот так будет достаточно. Это будет брюшко, животик. Так, брюшко сделали. Теперь сделаем глазки. У
возьмем тоже белый пластилин, раскатаем шарики и поставим в наши подготовленные места для глазок. Также в глазках сделаем места под зрачки, под черненькие. Возьмем бежевый пластилин и сделаем клювик. Клювик слишком светлый бежевый пластилин. Добавим коричневого, чтобы клювик был чуть потемнее. Он у меня даже получился розоватый немножко. Ну, для клювика как раз подойдет. Сделаем чуть большее отверстие для клювика. Вылепим клювик. Вытягиваем его. Кончик он сужается. И теперь ставим наш клювик в то место, которое мы уже подготовили под клюв. Поуже клювик и прорежем в клюве верхнюю и нижнюю часть. Сделаем ротик. Подровняем немного. Все, клювик готов. Так, теперь нам осталось сделать брови, хохолок и хвостик. Делаем брови. Разминаем берем коричневый, разминаем коричневый пластилин. Подготавливаем такие лепешечки плоские. Мы из них сейчас будем вырезать брови. Отрежем полоски для бровей. И примерим. Широковато получается, ее можно разрезать напополам. Это у нас как раз будет две бровки. Можно даже еще сделать их покороче, слишком длинные получились. Отправляем, если вдруг где-то какие-то получились ямки, впадинки, подправляем. Берем черный пластилин. Делаем глазки, зрачки. Можно их сделать чуть меньше. Они у меня крупноватые получились. Сделаем их чуть меньше. Глаза готовы. Делаем хохолок.
берем, разминаем черный пластилин, примеряем. Форма нормальная, только надо вырезать. Эти перья, которые торчат у него. Вырезаем перья или волосы, или что это такое? Перья, наверное. Это ж птица. Значит, у него перья на хохолке. Делаем этим перьям, придаем форму. Чуть-чуть согнув их в бок, отрежем снизу много, получилось, и теперь вставляем в наше подготовленное место для хохолка. Вот такой хохолок. Еще чуть-чуть подправляем. И таким же образом сейчас сделаем хвост. Разомнем лепешку. Примерим нормальный хвост, нормальный размер хвоста. Разрежем. На перья торчащие и поставим в наше подготовленное место для хвоста. Не помещается. Надо для хвоста подготовить место чуть побольше. Вот. И мы ставим хвост. Вот такой у нас получился чак. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие серии.